Алло, куда прыгаем? Ау. Видишь, никого нет, все равно повезло. Просто, СКС-ка тут есть, кстати. А, наверное, сам пока заберусь. Ля ты крыса, а? Ты обиделся, что ли? У меня на Викенде есть пару мест хороших. Есть багнутые дома, которые я знаю. Мало кто про них знает. Где можно упасть в один дом и залутаться. Лута там больше, чем на всей карте. Там иксы восьмые, там снайперки, там тыропы. Багнутые дома. Да ладно! Тебя, кстати, как по имени-то зовут? А то что-то как-то даже неудобно общаться. Я чеченец. Меня зовут Алан. Айдар. Айдар? Да, Айдар. Да, сложно запомнить. Необычно. Нет, это не босс. Задрали уже петушара стрелять. Не попал! Точнее, попал только один раз. Позорище. Вон один фраг у меня за стиллер. Застилер! Застилил!
тиммейт один. Ладно. Ну все, нам убивать. Кустик, я маленький кустик. Уже не кустик. Был кустик и не стал кустик. Хочу буду кустик, хочу не буду кустик. Хочу буду нагибатор, хочу буду откибатор. Откисатор. Откисатор, нагибатор. Аллигатор. О, точно. Это же мой ник. Нейм. Аллигатор. Откисатор, нагибатор. Где еще? Маленькие злополучные гадины. Ага, вижу. Оп. Откисулька. Нагибулька. Откисулька, нагибулька. Зажимулька. Вот это зажимулька. Откисулька, нагибулька. Так. Дальше куда мы рвем когти? Опа! Драпецкий! Мать твоя честная! Какая тут вкуснятина без присмотра валяется. В дропе гроза. Гроза это, конечно, хорошее оружие, но так как я все время играю на зеленых, у меня очень мало этих семерок. Поэтому я все время пытаюсь на нее не передеваться. Но она вообще эпично жмет. Если играть с грозой, она, конечно, получше, чем всякий аук там, или вот моя зажимает с глушителем. Тем более у меня глушитель есть на нее. Гроза была бы куда клевее, она плюется прям. И нет никого. Блин, зря я, наверное, сюда зашел. В этот бутерброд посередине, блин. Мне кажется, мне это потом все боком выйдет. Надо отсюда валить. Валить, валить срочно. Куда-нибудь. Куда глаза глядят, а куда они глядят? Они глядят в камень. Я не хочу валить в камень. Блин, надо дождаться следующего сужения зоны мне. Играть от края, начинать уже аккуратненькому. Бустов не так много, но и людей тоже не так много осталось. Куда же сойдется, куда же сойдется? Ага, все. Ой, бля! Это ты? Это ты стрельнул? Да. По кому? Михаил. Чё пугаешь? Просто уже финал, тут сейчас реально игроки будут. Надо поаккуратнее уже. Лишний раз не палиться, лучше выстрелами. Так, вижу еще один дроп передо мной. У меня уже все третье. Хочешь, иди сходи за ним, я тебя прикрою. Прикрою.
Что там вкусненького лежит? АВМ. Блин. Я бы АВМ взял, но уже под финал вряд ли нужна. Это опять ты стреляешь? Можешь отвечать сразу, ты это или не ты? Да, это я. Ну зачем ты это делаешь? Что ты меня пугаешь все время? У меня просто ноутбук, тут сенсорная панель. Так не надо на нее нажимать. Положь на нее просто какую-нибудь эту тряпочку. Я когда играл на ноутбуке, я, чтобы ладонью не нажимать случайно на выстрел, клал туда всякую дощечку или тряпочку, чтобы это не нажимать на выстрел. Давно бы уж догадался бы. Прихватку вон, иди с кухни возьми, прихватку положи туда еще. Пойду-ка зону закрою. Вдруг тут человек говорит. Сюрприз! Сюрприз! А мы тут, да? Сзади к тебе заходим, крадемся, да? В жопочку. А мы тебя говорим. Да, да. В жопочку сейчас, говорит, мы тебя расцелуем тут. Вроде никто не целует, мы тут в жопочку. В жопочку мою вкусную никто не хочет целовать, что ли? Ну и зря. Вижу одного. Меточки ставь сразу. Временные, на колесико мышки. Старайся не умирать. АВМ забрал. Все готовы. Пятнадцать патронов осталось в СКС. Ну ладно, их тут двое. Думаю, хватит. На каком оружии? На семерке, семерке. Спасибо. Один против нас. Одного тушу найдем, я думаю. Я уже нашел. Дай-ка мне его убить. Все, патроны кончились. Найс. 12. Хорош что.